Всем привет! Сегодня мы решили провести соревнования для нашей группы Fishing Mao города Сургута. Соревнования у нас будут по зимней рыбалке Ice Fish. Приехало у нас около 13 человек поучаствовать. Спасибо, что приехали в такую, скажем так, весеннюю, хорошую сургутскую погоду. Соревнования проходят в дружеской, веселой обстановке. Первые, третьи места мы будем разыгрывать на количество пойманной рыбы, потому что решили по весу не замерять, а будем по количеству. Также мы приглашаем вас в нашу группу, в которой практически каждый месяц проходят классные конкурсы, выезды для наших участников группы. Вот мы все-таки решились провести соревнования также для участников, а также будем, наверное, скорее всего, раз в 3 месяца проводить какие-либо соревнования, розыгрыши и так далее. Вступайте к нам в группу и выезжайте с нами на рыбалку. Также могу посоветовать вам канал нашего хорошего друга Андрюхи. Канал называется «Рыб-охотник». Там очень хорошие видео, интересные, познавательные, с рыбалок с нашего региона, со всяких разных мест, красивых. Так что подписывайтесь, смотрите, как мы ловим. И приезжайте к нам в гости на рыбалку, все желающие. Соревнования мы решили провести по зимней рыбалке Ice Fish. Будем рыбачить на все зимние виды снастей, то есть это на балансиры, на мормышки и так далее. Мы, наверное, скорее всего, будем рыбу не взвешивать, а по количеству. Потому что, ну, взвешивать тоже ее смысла не будет, потому что вы будете кидать в снег, там лед, ну, то есть мы решили по количеству. Будет 5 номинаций, то есть это первая рыба, самая большая рыба, это Big Fish. Ну и, соответственно, первое, второе, третье место по количеству рыб. И все, всем ни хвоста, ни чешуи. Ура! Ура! Желаю всем удачи, хорошего настроения, ну и ни хвоста, ни чешуи. Приехал я на соревнования, самый последний, опоздавший. Вот. Где-то все уже ловят рыбу, а я еще палатку ставлю. Первая рыба у нас поймана, поймал Радик у нас, зачетного окуня, со второго раза, конечно. Что вы можете сказать? Замечательно! Что еще можно сказать? Ну вот первый победитель, а первая рыбка поймана. Все замечательно, хорошая компания, хорошая погода, отдыхаем, рыбачим. Нормально, ребята. Будем ждать рыбу. Ловил на банан, но идет на черную. Поймал 2 рыбки. Стоять, мелкий какой-то. Приз за самую маленькую рыбу. Хороший экземпляр, трофейный. Сегодня ловлю на банан. Биток тоже банан. Ни одной поклевки не видел. Пока. На тульскую. На моделя, но пока тишина. На Big Fish претендую, самый крупный за сегодня.
Рыбачили на количество. Вот оно все количество. 12 штук, да? Хорошее количество. Аплодируем! Ура! Так, далее получается номинация у нас Big Fish. Также Радик Хасанов у нас. Опять аплодируем ему. Ура! У нас занимает третье место Вячеслав Ибрагимов. Три рыбы. Хлопаем, поздравляем! Молодец! Ура, товарищи! Красавчик! Закончили мы наши соревнования. Поздравляю всех победителей в этом соревновании. Спасибо группе Fishing Mao. Спасибо всем участникам соревнования. Если понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь ко мне на канал Рыбохотник. А в марте месяце я сделаю небольшой розыгрыш. Розыгрыш будет объявлен у меня в группе, так что подписывайтесь еще и в группу. Ссылка будет в описании под видео. Ну и всем пока, до следующей рыбалки. Всем ни хвоста, ни чешуи.